Ольга, здравствуйте. Мой ребенок все время рисует черт. Нормально ли это? Мальчику 4 года. Да, Светлана, мальчику 4 года это нормально, потому что черный цвет считается самым ярким для них. Цвет границы, цвет познания мира, особенно если вдруг он еще находится в таком маленьком своем кризисе роста, я бы так сказала. Черный цвет, да. Но вот если вашим малышам или уже не совсем малышам хочется в 12 лет, 15, 16 черный, то там могут быть уже какие-то совсем другие процессы. Например, в переходном возрасте это внутренняя борьба, война, это сложность с какими-то эмоциями или несогласие с миром. Поэтому в других возрастах я бы на это обращала внимание, как, собственно, описывают ученые.